Друзья, перед тем, как мы начнем, хотел бы посоветовать вам магазин цифровых товаров Kind Store. Тут вы сможете найти Discord Nitro, VPN, подписки на киносервисы и многое другое по очень приятным ценам. Ссылку я оставлю в описании, переходите и покупайте. Ну а мы начинаем. Всем привет, друзья, с вами Психиатр. И сегодня мы начинаем проходить Супермаркет Симулятор. Короче, эту игру я что-то в последнее время очень часто вижу в рекомендационах от Ютьюба. Вот, про эту игру писали вы мне на стримах, поэтому решил, почему бы и нет, почему бы и не поиграть, не посмотреть, что это такое вообще. Окей, настройки высокие, сохранить, поехали, начнем новую игру. У меня нет никаких старых сохранений, окей. Окей, добро пожаловать в симулятор супермаркета. Вы начнете с небольшого магазина и вырастете до впечатляющего супермаркета. Начните с покупки товаров для продажи и размещения их на полках. Не забудьте установить цены с прибылью, чтобы избежать банкротства. Приятного времяпрепровождения. Так, окей. Окей, хорошо, очень немножко подожди, почему так резко? Чувствительность мыши должна быть немножечко убавлена. И она сохранилась? Да, она сохранилась, отлично. Вот, вот так чуть-чуть получше. Так, как в это играть? Заказывайте товар с помощью компьютера. Что это такое? Ну ладно, давай посмотрим. Маркет, окей. Так, я могу купить злаки, хлеб, муку, а я могу все купить. Ага. А у меня 50 долларов. Прикольно, да. Денег-то нету. Денег нет, собрался бизнес. Но в первую очередь надо хлеб купить. Вот, злаки кому не нужны, непонятно. Хлеб разберут. А, что тут еще? Макарошки. Давай возьмем. Ну и масло, чтобы было на чем жарить. У нас остается 13 долларов, чуть поменьше. Ну, хватит на муку, в принципе, хватит. Окей, нарезанный хлеб, паста, масло, мука. Доставка 4 доллара, вы офигели? 1 доллар останется, ну допустим, давай куплю. Заберите только что прибывшие коробки. Как отсюда выйти-то? Escape, без проблем. Где они? Это что такое? Закрыто. Ага. Разместите товары на полках. Так, это мука. Мука, подожди-ка. Мука. Как тебя разместить? Как-то поставить можно? Ага. Короче, мы с вами уже играли один раз. А как размещать-то? А, просто нажать. Окей. А можно как-то... Да блин. Как вот эту херню убрать? Я не хочу сюда ставить, подожди. Да хватит ценники-то мне развешивать. Это можно как-то убрать? Подожди-ка. А, вот, можно вот так вот сделать. Мы с вами как-то уже играли в один супермаркет. Симулятор супермаркета. И там, в принципе, было довольно весело, поэтому я решил, почему бы не посмотреть тут. Так, мука. Ну ладно, давай муку, короче, я поставлю куда-то вот сюда. В принципе, окей. А, хорошо. Установите цену продукта. Давай установлю. Так, цена. А что такое СРЦ? Доход 0. Ага, это, видимо, какая-то цена, которую я закупаю. Типа, вот если я продаю по 79 центов, я не имею прибыли. А что значит цена маркета? Какого маркета? Типа, мне нужно вот такую цену поставить или нет? Или это цена, по которой где-то конкуренты мои продают, может быть? Цена маркета. Доход 2 доллара. Блин, ну пускай будет, допустим. Допустим. Откройте. Подожди, я еще не все выставил. Так, масло. Масло я поставлю куда-нибудь вот сюда. Ага. Так, допустим. Что? Невозможно снять этикетку. А, окей. Цена марки 4,50. Давай без проблем. Цена марки 4,50. Все хорошо. Так, это что такое? Это макарошки. Но макарошки надо поближе к этим поставить. К маслу, я так думаю, да? И хлеб.
Хлеб, всему голова. Ну пускай, короче, стоит где-нибудь вот здесь, вот рядом с этим. С мукой. Хлеб, мука. Откройте магазин. Все, я открыл магазин. Хе-хе, здрасте. Склад. А чё? Хе-хе, пусти. Пустите меня, чё с этой... Чё с этой лампочкой, по-моему? Опа, кто такой? А ты откуда взялась-то, женщина? Ха, здравствуй. Так. Нажми, чтобы отсканировать, давай. Соберите нужное количество сдачи и нажимая на деньги в кассе. Так, поступило 10 долларов. Всего 3,71. Ага, это стоила мука, да? Да, стоила мука. Поменять? Я не занимаюсь разменами, мать! Ты как бы это, ты без сдачи, наверное, ты хотел сказать. 6,29, да? 6. Окей. Как тебе отдать деньги? Закрыть, одобрить. Добавить. Одобрить? Хе-хе, одобрил. Все нормально. Так, карту, в смысле? Окей. 3,71. No problem. No problem. Так, опять по карте. Давай пробьем. А можно на клавиатуре? Ой, можно на клавиатуре, отлично. На клавиатуре буду вбивать. На клавиатуре поудобнее все это делать. Ты охренела, что ли? Ты пришла за одним хлебом, даешь мне 98 долларов. Ты чё, женщина? Она сюда деньги пришла разменять. Ты хорош. Ты завязывай. Чё творишь-то, ну? Так, 30 центов. Ладно, на. Меня так сейчас весь этот разберут. Всю муку. Мука там заканчивается, по-моему. Так, 1 цент. Леха. Могли бы без сдачи давать, между прочим, мне. Чё у тебя? Отдать ноль? А, нет. Так, спокойно. Нужно не путаться. Не путаться. Вот так вот. Хорошо. Так, у меня за мной, короче, написана задача выполнить проверку 7 из 25. Что это? А, это, наверное, 7 из 25 клиентов. Так, у меня тут появилось 33 доллара. Давай что-нибудь, наверное, еще прикупим. Я, давай куплю сахарную пудру. Блин, а на это не хватит. Доставка 2 доллара, да подожди. Я сейчас... Я не могу себе позволить тратить 2 доллара на доставку. Так, 4... 51. Есть. Да, это, короче, за мной написано количество клиентов, которые мы должны обслужить. Ну, ребятки, давайте заходим активнее, заходим бодрее. А, магазин работает, магазин открыт, товары все свежие, товары все очень вкусные. Свет включу, чтобы людей привлекать. Так, 0,99, без проблем. Так, мне нужно будет сейчас снова еще муки закупить, наверное, да? Муки и сахарной пудры. Давайте-ка, наверное, я так и сделаю, потому что там уже все заканчивается. 20 долларов, хотя, блин... Я, можно как-нибудь тебя... Мука, подожди. Мука, не спеши. Вот эту херню надо купить. 49. Так, ребятки, 5 долларов еще. 5 долларов, и у меня будут все товары в наличии. Ну, мука, конечно, заканчивается, но ничего страшного. Ничего страшного. Нафиг вам мука, берите хлеб. Берите хлеб, он уже готовый. Чего вы будете печь хлеб из муки? Не надо так. Так, клиент ожидает. 4,50. Все, без проблем. Так, не хватает? Ай, чуть-чуть не хватает, смотри, 50 центов. А нельзя поставить эту коробку на чай? Коробку на чай, чтобы мне скидывали на чай. Чтобы я на эти деньги потом покупал продукты. Что это такое? Не понимаю. Так, где все люди-то? Зайди, зайди, дружище, ко мне в гости. Зайди ко мне в магазин. Я тебе скидку сделаю. Да что за хлеб такой дешевый, 99 центов. Ну, конечно, я думаю, что такой хлеб-то дешевый. 3,96. Ё-моё. Ай, ну, на макароны. Блин, я, получается, себе в минус, что ли, торговал, или чё? Ладно, может, не в минус, но мне кажется, я ничего не зарабатывал с того, что я, честно, торговал. Ой, открыл бизнес. Чуть не прогорел. Спокойно.
Ладно, ничего страшного. Разберемся. Так, спокойно, мужик. Что это такое? Окей, это какие-то шоколадные шарики. Шоколадные шарики на завтрак. Пускай они стоят, короче, вот здесь наверху. Спокойно, подожди. И сусу. Сусу, сахарная падра. Ну рядом с этими, рядом с шариками, логично. Сладкое, сладкое. Так, ну-ка выкинь. Не трожь мою пудру! Стой. Хе-хе-хе. Я успел. Я надеюсь, она пробьет по нормальной цене. Так, все, допустим. Окей. Мать, ты там смотри, там цена изменилась, между прочим. Ты давай внимательнее будь. Так, без сдачи. Красавчик. Красавчик, без... 6,8 с чего? Там дороже ценник стоит. Иди сверься. Иди сверься, я не виноват. Цены растут, инфляция, вся фигня. Ляха-муха. Что это? А, смотри-ка, игра не дает мне неправильно это сделать. Так, у меня мука закончилась. Мука закончилась. Подожди, мужик. Чтобы все было в наличии, нужно поддерживать ассортимент. Мне нужно поддерживать. Подожди-ка. Вот, другое дело. Так, тихо. Ага. Что у тебя? А, у тебя... Вот так вот. Без проблем. Ну, торговля идет. Торговля идет, все у нас замечательно. Две... Куда столько набралась вот каешка? 9,66, допустим. Хлеб. Сдача, красавчик. Красавчик без сдачи. 6 клиентов сегодня должно прийти, судя по всему. А, уровень магазина, кстати, уже у нас второй. Не знаю, что это нам дает, но... Это неплохо. Это неплохо, магазин работает. Я могу название, кстати, поменять? Что, не могу название поменять? Почему? Как это? Как это я не могу поменять название? Почему я не могу поменять название? Кто сказал, что я не могу поменять название? Вот смотри. А тут название такое, а на превьюшке... Другое. На превьюшке другое внезапно, да? Вот так вот бывает. Вот так вот бывает, вот так вот случается. Так, ты куда такая идешь? Какая дерзкая. Так, спокойно. А, так, где без сдачи? Красавчик, какие все молодцы. Вот кто дает мне без сдачи, тот вообще красавчик. А кто вот эти центы с меня требует, тот попадет, судя по всему, в ад. В ад в этой игре, я обещаю вам. Обещаю вам, давайте мне без сдачи собаки такие. Я не хочу, не хочу считать центы, ну. А я должен именно по этой цене продавать? Можно я поставлю 6 долларов? Чисто проверить. Да, ему все равно, он берет по 6 долларов, подожди-ка. То есть я могу любую цену поставить? Ёпте. Ушел. Давай я чуть-чуть подниму. Ну, инфляция. Инфляция, цены растут. Цены растут. А где-то цены падают. Где-то цены... Так, тут, в принципе, нормально. Я не очень хочу, на самом деле, с центами работать. Мне просто бы проверить, могу ли я продавать не по той цене, которая тут, в принципе, заявлена. Подожди, завершить день. Люди пришли, а ты говоришь завершить день. А, так, а тут поставим вот... Ну ладно. Вот так вот поставим. Чуть-чуть округлим. Чуть-чуть округлим цены, потому что не очень мне хочется сидеть эти... Вот 15... Вот это сейчас пойдет. Сейчас бизнес... А ты откуда взял ты 8,21? Откуда ты взял? У нас нет таких цен в магазине. Алло. Акстись. А, нажмите Enter. Нажму. Товаров не считаются дорогим. Все, отлично. Значит, я цены все поставил правильно. И товаров не считается дешевыми. Тоже тут ничего не написано. А, затраты на доставку. Что? Я 108 долларов... на поставку. На поставку, ладно. Так, я заработал 55 долларов. А вы будете получать ежедневно... Что? Сегодня что оплатите счета с помощью вашего компьютера до срока их оплаты, иначе они будут уплачены автоматически. Бляха, свет-то зря включил, да? Свет-то зря включил. А я не знал, что тут счета есть. А где счета? Так, подожди-ка. Приобретите лицензию на товар с помощью компьютера, включите с... Ты издеваешься? Я включил и выключил. Так, кредит, платежи. Окей, платежей никаких нет. Ебать.
Нихера себе. Склад закрыт, почему? Так, что такое персонализация? Лицензия. Сейчас у меня стоит задача приобрести лицензию на товар. Мне нужно накопить $200 и третий уровень магазина. Ну, допустим. Допустим, а что эта лицензия мне даст? Чтоб... А! Бутилированная вода, сыр, кофе, яйца... Яйца 8 штук, что за яйца такие? Яйца по 10 штук продают, алло. Ты давай нормальные мне закупай. Молоко, черный чай. Ну, хорошо, в принципе, товары такие нужные. Товары очень даже нам понадобятся эти. Так, ну давайте я куплю. А я могу все купить? Не хватит? Да, смотри-ка, мне хватит. В принципе, пока что больше все равно деньги тратить некуда. Масло. Бляха-муха. Ладно, давай я масло вот сюда рядом поставлю. Только подожди. А, ты ценник уже сам выставил, красавчик. Так, это что у нас? Ну, макароны чуть-чуть повыше тогда пускай будут. Вот здесь вот. Так, это что? Сусу, подожди. Сусу. Надо, наверное, как-то все-таки их рядом выставить, я думал. Блин. Ладно, давай я себе... Вот, сусу, короче, ты будешь стоять... А можно как-нибудь этот? Во. Пускай вот здесь стоит. Вот здесь, мне кажется, сусу будет хорошо. Сусу будет комфортно здесь. Так, это что такое? Это мука. Мука. Тебя тоже придется куда-то перемещать, да? Ладно, будешь выше. Значит, эту я собираю, эту я выставляю. Как удобно. Как удобно. Я помню, в прошлом симуляторе супермаркета мы очень мучились тем, чтобы расставлять товары все. Это было очень-очень долго. Здесь это все реализовано, конечно, намного лучше, намного быстрее. Так, ну смотри-ка, все я расставил, в принципе. А почему макарон-то нету? Я же все товары купил. Что за бред? Макароны не доставили, алло. Что за херня? Блин, смотри, не хватает на макароны. А чё ко мне никто не идёт-то? Open. Open. Open и магазин, ну. Заходите, приходите. Магазин работает, магазин открыт. Магазин работает только для вас. Только для вас, мои любимые покупатели. Да-да-да, прошу, загляните, вот. Спасибо. А, большой ассортимент. Макарошек, конечно, мало, но мы ещё... А, макарошки, может, у меня кончились? Да, у меня, походу, макароны. Я просто думаю, что у меня всех товаров-то по две полки, а это на одной... Да ты что за одним хлебом-то пришла? Ладно, хрен с тобой. Так, давайте еще макарон закупим. Окей, $2 доставка, ничего страшного. Ничего страшного, я думаю, это все окупится. С одной же пачки макарона и окупится. Так, спокойно, мать. Во, этот, правильно, вот этот ты молодец. Я там еще купил макарон, ты не переживай. В наличии много... Можешь брать больше пачек. Бери все. Скупайте все, дорогие друзья. У меня все есть. Все есть в наличии. Но очень медленно. Очень медленно идет поток клиентов. Нам нужно какой-то... Что? Кто тут мусор-то раскидывает? Ну? Ну что это такое? Уберите, вывезите мусор. Ко мне никто не придет, если тут будет эта свалка на входе. Ну что за дела такие? Я вообще, короче, не понял. Как мне на склад попасть? Я хочу попасть на склад. Посмотреть, что там. Допустим, 11.50. Есть. Так, торговля пошла. Торговля пошла, торговля идет. После нашего туалетного бизнеса, который закрылся, закрылся немножко, тут все идет немножко повеселее. Тут все идет немножко повеселее. В туалетном бизнесе поначалу к нам вообще приходило 2 человека в день. А здесь же народ прет. Народ прет, народ идет, народ скупает. Мне это нравится. Так. А, ну, пока всего полно, пока всего хорошо. Хлеба, конечно, мало, но я пока что не буду заказывать. И масла тоже маловато. Ладно, пускай сначала разберут. Пускай сначала разберут, пускай сначала закупят. Это мой велосипед. Я не могу на нем покататься, жаль. Кстати, тут есть какая-нибудь карта? Нет, нельзя. Блин, фигово. Ну ладно.
Так, что у тебя? 3,50? Без проблем. Без проблем. Работаем, работаем потихоньку. Свет включать не буду, в принципе, и так нормально все видно. Я не... А есть вообще смысл включать свет? Это как-то привлекает покупателей? Или это тупо, тупо, чтобы мне было не темно? Да что ж вы так много денег-то мне все даете, ну? Ладно, много денег дают. Сдачу зачем просят? Как бы я не против, чтобы мне давали деньги, но не просите сдачу тогда. Окей. Так, тебе чего надо? 10,50. Сбери. Так, $54. $54 тем... Тем не менее. Угу. Угу. Блин, они берут очень мало товара. Очень мало товара. Они должны брать все, что у меня есть, по одному. А лучше по два. О, эй, еще, еще хлеб возьми вот этого. Красава. Красава, так можно еще хлеб заказать. Да и масло давайте закажем. Подожди, женщина. У нас идет, идут важные закупки. Важные закупки, что тебе надо? Хлеб с маслом. Молодец какая. Эй, молодец какая, смотри, не этот. Все сразу не сжирай. Купи себе там еще что-нибудь. Так, хлеб. Хлеб надо выставить. Хлебушек ушел. Масло там еще не разобрали. Блин, пускай пока, короче, тут постоит. Тихо, тихо, тихо. Так, 7 баксов есть. 5, да, 5 баксов есть. Возьмите кто-нибудь масло аж, а? Вот там две бутылочки стоят. Так, одну хотя бы бутылку купите. Хотя бы одну. Хотя бы одну, и я буду самым счастливым человеком. Там, смотри, одна сейчас не влезет. Ну, конечно, одна не влезет. Ладно, пускай тут возьми. Возьми кто-нибудь из коробки, отдам по скидке. Отдам по скидке, точнее, отдам с коробкой. Вот, можете прям в нее упаковать свои эти покупки. Я буду вообще не против. Так, уровень магазина, кстати, уже третий у нас. Третий, это хорошо, значит, я могу уже купить лицензию. Но у меня нет денег на лицензии. Лицензия стоит $200. Откуда я возьму $200, скажи мне. Ты знаешь, откуда я их возьму? Я не знаю, откуда я их возьму. Не понимаю. Ты такой красивый, ну-ка посмотри-ка на меня. На превьюх ко мне пойдешь? Стой. Стой, посмотри на меня. Ой, какой, какой красавчик, какой красавчик. Гений просто открыл магазин. Возможно, ты окажешься на моей превьюхе. Ну, не стесняйся, дружище. Ну. Хорош. Заходи ко мне еще. Заходи ко мне еще, будет моим постоянным клиентом лицо, так сказать, компании. А что тебе нужно? Без сдачи. Пошел в жопу. Следующий. Следующий, пожалуйста. Ага. Так вот. Вот так вот, да. Ну так вот, да. Вот ты не пойдешь на превьюх. Ты какой-то этот, смурной и неприятный. Иди отсюда. Иди отсюда, может быть, в следующей серии тебя возьму. В этой нет. В этой я уже нашел. Уже нашел, так сказать, красавчика. Ну и где? Ну и где? Я не понял, в чем дело. Почему ко мне никто не идет? Почему так мало людей? О, масло купили. Красавцы. Так, это ушло. Спокойно. Так, что тебе нужно? Без сдачи. Без сдачи. Отлично. Так, не прыгай. А, пока у нас все в наличии. Пока у нас всего хватает, да? Ну, вроде как, да. Хлеба много, макарошек много. Муки дофига. Хотя вот макароны можно купить еще одну коробку. Давайте пока что просто в корзину накидаю я. Чтобы по одному товару не заказать. Сейчас еще что-нибудь закончится более-менее. И мы закупим. Всегда должно быть все в наличии. А что, уже все, что ли? Нет, ты мне предлагаешь завершать день, когда ко мне еще ходят люди, ты издеваешься? До скольки мы, кстати, работаем? Не знаю, но вот еще 3 клиента. Еще 3 клиента, а ты мне говоришь, заканчивай день. Мы работаем круглосуточно.
Ну, практически. Практически круглосуточно. Так. 50 центов, собирай. А, так, 2,52. Кстати, почему нет 2-долларовые купюры? Вроде же есть 2-долларовые купюры, нет? Странно. Странно, ну ладно. Не понимаю. Так, можно еще купить муки к макаронам. Давайте закажем. 14. В смысле закрыто в 9 вечера? Алло. Доставка должна быть круглосуточной. Че за бред? Че за бред? Вдруг мне срочно понадобится мука. Общая прибыль 72 доллара. Так, ну не густо. Не густо, ну да ладно. Так, покупаем. Покупаем, расставляем, пока народу тут особо нету. Быстренько все это сделаем. Опа. Мука ушла. Макароны. Тоже ушли. Отлично. Отлично. Так, масла полно. Чоки-пики. Дофига. Сусу. Окей, мастер флауэр. Окей. Так, мы работаем. Мы работаем. Почему никого нету? Почему никого нету? Может, я? Может, ты, кстати, тоже ничего такое. Ничего такое. Зайдешь ко мне в магазин? Красавчик. Красавчик, такой свитер прикольный. Каких-то этих снежинках. А, 8 долларов. 8 долларов без... Нет, я того возьму. Того возьму. Извиняй, мужик, в следующий раз. В следующий раз ты тоже ничего такое, но... Ну нет, так, 36 долларов. Да вы что говорите-то, ну? Приобретите. У меня нет денег. У меня 191 доллар, но... Мне сейчас нужно вот сусу покупать. Ну, чоков-пиков пока много. Ладно, давайте сусу добавим. В корзину. Сейчас еще что-нибудь скупят. Берите чоки-пики, да. Покупайте. Мать, возьми это, хлопья в себе. Шарики. Так, 1 доллар есть. Да, я... Ушла. Уровень магазина 4. Уровень магазина 4. Ладно, давай тебя тоже скуплю. Ага. Вот и все. Вот и денег опять нету. Ну ладно. А, так все влезло. А я что-то думал, там лишнее. Тогда вообще отлично. Я что-то думал, у меня лишнее. Одна пачка будет. Там наоборот не хватает. Так, 3 доллара. Есть? 10-10-10-10. Что с тобой, мужик? Возьми немножко эту сладкую, поешь. Рожу скрючила, пипец. Без сдачи, окей. Без сдачи, окей, работаем. Так, давайте все-таки купим. Купим лицензию, в принципе. Бляха, лицензию. А мне это все еще куда-то расставлять нужно будет. Хо-хо-хо. Бляха-муха. Подожди, а что там? Секунду. 38. Так, подожди-ка. Менеджмент. А, бутилированный сыр. Молоко. Блин, это все возможно хранится в холодильниках. Ну, яйца не знаю, но, в принципе, тоже их можно. Блин, мне сначала надо холодильник купить, получается. Маркет. Маленький холодильник. Ну, я думаю, надо сразу большой брать. 375. Бляха. Ладно, допустим. Допустим. Допустим, ладно. Ну, это надо очень много денег. Где я столько возьму? У меня столько денег нету.
столько денег у меня нету. Так, хлеб заканчивается. Опять чоки-пики заканчиваются. И меня это нифига не радует. Ладно, давай закажем опять. Так, значит, подождет пока что лицензия. Хотя мы можем ее купить. Там вроде чай, кофе был. Ладно, давай куплю. Давай куплю. И сейчас, короче, закажем продукты. О. Да, это, смотри, все в холодильник, холодильник. А вот это на полках. Вот это на полках, но мне на это нету денег. 158, да охренеть. Я где вам такую сумму-то возьму? У меня тут столько людей не покупают. Сколько вы просите? Так, 5 баксов, окей. Так, ладно, давайте свет включим, а то все-таки как-то темно. Все-таки как-то темно, все-таки как-то нехорошо. Магазин-то должен работать. Магазин должен привлекать, в магазине должен гореть свет. Если у нас будет темно, к нам никто не зайдет, подумают, света нету, холодильники отключены, все тухленькое, все просроченное. И никто у нас, естественно, ничего не купит. Да что только одну коробку-то взяла, ну? Издеваешься, что ли, надо мной? Так, что тебе нужно? 14 долларов? На, забери. На, забери свои... Какая тебе бутилированная вода? Поставки такое не было, да откуда это взяла-то, ну? Смотри, где-то уже пронюхали, что у нас должна продаваться бутилированная вода. Ты посмотри, что происходит. Я этим недоволен. Недоволен, откуда не узнали. Откуда вы прознали? Скажите-ка мне. Так, 87... Тень меня напугала. 87 50. А, приобретите холодильник или полку. Ты подожди. Приобретите. Где сначала мне деньги взять на все это? Так, 18 50. Ну смотри-ка, на заказ кофе, чая уже в принципе деньги есть. Давайте закажем, пока там ничего не закрылось у нас. Ага. Так, ну вот как-то нибудь так. Тут у нас хлеб. Все позаканчивалось, блин. Так, это что такое? Ага, это кофе. Ну, получается, кофе сюда. А чай рядом. Чай рядом. Только надо сейчас на все это цены расставить. Потому что сейчас я опять начну продавать. Так, за 6. Окей. Не смей хватать кофе! Фух, нифига, кофе дорогой. 10.50 поставлю. Так, на кофе мы сейчас обогатимся, я чувствую. Что ты делаешь? Да подожди своей водой, ну. Воду. Иди налей из-под крана в чайнике скипяти. Воду он не нашел. Дом пить воду надо. У нас продукты продают, а не воду. Так, все нормально, все отлично. Денег нету. А клиенты закончились. Завершаем день. Завершаем день. Товаров не найдено 4. Неправда, у меня все товары найдены. Очки магазина. Общая прибыль минус 138. Неправда, в смысле. Я потратил на этот. Я потратил много на лицензию. Так бы у меня был большой плюс. Так, нам нужно закупить макарошки. Нам нужно закупить сусу. Нам надо закупить бы еще и кофе и чай. Кофе и чай никто пока не берет. Макарошки, сусу. Блин, денег нету на кофе и чай, да. Ладно, кофе и чай потом докупим. Сейчас пока что вот это возьмем. То этого прям мало. Ага. Так, и макарошки. Тоже ушли. Отлично. Так, еще и, блин, чуки-пики закончились. Чтоб тебя. Так, хорошо. 20-ка. $8. Так, окей. Можно теперь заказать чай с чок-пиками.
Чай с чокпиками давайте закажем, да? Не хватит. Бляха. Ладно, тогда еще и кофе добавлю. Подождем. Я что-то думал, они подешевле. Что это такое? Ну тихо. О, кофеек, отлично. О, 21. Вот и берите побольше кофейку. Кофейку берем побольше, и будет вообще прекрасно. Так, что такое? $1? $1 замечательно, $1 хорошо. Так, у меня 106. У меня 106 для заказа нам... Что ты делаешь? А для заказа надо 146. Где я столько возьму, не знаю. Не знаю, не понимаю. Кстати, смотри, чай как много идет в одной упаковке и как мало кофе. Я этим недоволен. Я этим фактом вообще... Что такое? $6. Так, пацаны, набираем побольше. Набираем побольше, магазин у нас скоро закрывается. Серия подходит к концу. $9. Ой, как много ты набираешь. Давай. Сейчас большой чек будет. Большой чек. Ой, $39. Почти без сдачи, красавчик. Мне хватит теперь заказать все. Заказать все, что я хотел. А там теперь опять нужно половину заказывать, потому что уже все разобрали, но... Ничего страшного. Так. Еще копейки. Ушли. Это что такое? Это чай. Чай поставь. Подождите, ребятки. Разгружаем товар. Ага. Так, и $28. Без проблем. 20-50. Жалко, нельзя побольше списать, да? Было бы не... Ну нет, мы честный магазин. Мы работаем с клиентами честно, ответственно. Все у нас хорошо. Все у нас хорошо, все у нас замечательно. Ждем. Ждем новые эти. Так, ничего не надо закупить. В принципе, можно купить масло. Можно купить кофе. И хлеб надо. Масло, кофе, хлеб. Масло, кофе, хлеб. Масло, кофе, хлеб. Масло. Кофе. Хлеб. Ой, да в смысле? Я когда-нибудь зарабатывать начну в этом магазине. Что-то все вкладываю, вкладываю. Денег все нет и не... Да чтоб тебя. Давай уже, блин, 10-50. Так, купить. Купить, заказать. Расставлять. Значит, хлеб. Хлеб приехал, отлично. Хлеб дорогой, $4. Кофеечек. Ага. Так, и масло я еще купил, да? Ой, в смысле, а что оно не влезло-то? Короче, должно было влезть. Странно. Мне казалось, там все должно влезать. Без сдачи. Десяточка. Пара-пара-парам-пара-рай-рай-рай. Так, возьми кто-нибудь масло. Вот ты. Вот ты, я чувствую, что тебе нужно... А? А что только одну-то взял? Возьми две. Что он ищет? Что он ищет? Так, еще мука заканчивается. Муку мы тоже с вами давайте купим. Корзину я добавлю. Ребятки, масло, масло берем. На масло сегодня скидоны. Скидоны по-любому отвечаю. Свет. Зачем масло-то никто не взял? Купите. Купите одну бутылку, ну. Одну. Не так много прошу. Так, пасту можно. Тоже добавить. Потому что она заканчивается. 50 центов на. Так, кофе. Ну, кофе еще полно. Чё-то чай никто не берет на самом деле. Мне кажется, чай говно.
Чай, говно, вообще никто не берет. Смотри, 3 упаковки за день купили. Пипец. Нахер я этого чая столько закупил? Он никому здесь не нужен вообще, в принципе. Чай бесполезный. Ладно, работаем дальше. Ага. Ага. Так, двенашка. Двенашка ушла. Блин, и масло никто не взял из собаки. Ладно, куплю то, что нужно. Тут сейчас закрывается у нас уже. Доставка наша. Отлично. Без сдачи. Вот люблю людей, которые мне дают без сдачи. Даже больше, чем тех, что дают это, с оплатой по карте. Так, ну что, кто-нибудь возьмет последнюю? А, вот, все купили, отлично. Купили, красавцы. Не от всех лишних коробок мы с вами избавились. Так, все. Доставка не работает. Значит, закажем все это уже остальное в следующий день. А, $4. Есть. $8 есть. Кто-нибудь еще зайдет? Походу уже никого. Ну, может быть, ты? Нет, ты ко мне больше не зайдешь. Ну, в принципе, да, магазин закрывается. День завершается. А, ладненько, друзья. Давайте, наверное, на этом мы на сегодня закончим. А, в принципе, неплохая игрушка. Я думаю, запишу еще, ну, как минимум, несколько серий. Там как пойдет. Товар считается дорогим, и все у нас нормально. Все у нас хорошо. Короче, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Не забывайте подписываться на Boosty, переходить по ссылкам в описании. Вот. Kind Store. Увидимся. Всем до встречи. Всем пока.